Привет-привет, народ! Где там мы купили? Лидл. Лидл. Германия или Франция? Германия. Германия, да. Купили вот такое филе. Она говорит, давай открой сначала, попробуй, вообще съедобно ли? Ох ты! Но уксусом не воняет, потому что в Германии рыбу просто уксусом, да, заливают. Ну, так красиво выглядит. Ну, съедобно ли? Ой, чуть не упало. А ничего. Хорошо. Обратно не ставим. Испачканную. Она больше на масле, не на уксусе. Потому что реально рыбу в Германии, которая меньше уксуса, вот такая, видите? Это не реклама. Herring fillets. Вкусная. У меня тебе дам. Вкусно. Так что, кушайте рыбку.